Очень Тетерев пытается атаковать. 18 апреля. Выпал у нас тут снег, но сегодня почти весь растаял. Вчера лежал ночью -6, -7, на сегодня -8. Атакуют неактивно. Здесь как бы тока нет. Он сидит. Вид создает атакующего. И он один где-то, короче, там за молодняком. Почти полкилометра от этого. Сидит тоже с умным видом. Все, улетел куда-то. Постараюсь утром как-нибудь съездить. Может, выходной день, если будет у меня выходной. Заснять видео, как я ищу тетеревинные така. Мне как раз надо найти ток. Много-много-много лет назад там был с отцом. Больше ни разу в той стороне не был. И вот хочу попробовать поискать. Есть у меня мысли, что там достаточное количество тетерева может собираться, если, конечно, там еще ток сохранился. Ну, вот так вот. Вот едем домой, выставили мы фотоловушку обратно, не дотерпел я. Поставил так ее на батарейках. Настроил ее, что фотографии ко мне приходят. Но датчик довольно поздновато срабатывает с вороном и шлишагом. И он нас уже на середине примерно, на удалении только сфотографировал. Фотография уже мне пришла на почту, на электронную. Едем домой, если сейчас еще не стемнеет. Косули какие будут, засниму. Дорога, и пока туда ехал, вообще мало видел. Буквально 2 или 3, наверное. Ну вот так вот. Вот 2 штуки ходит. Который слева-то вроде побольше. Может быть, рогаты, голову не поднимает, не вижу. А вот справа тоже рогаты. Значит, и слева рогаты. Ага, рогаты. Попробую подкрасть. Полетели. Время 20:00. Уже темно. По крайней мере, качество съемки уже плохенькое очень. Попробую еще подойти. Надо мне его разглядеть. Есть у меня вероятность, что это прошлогодний здоровый козел. Но рога вроде издалека показались поменьше. Сейчас еще попробую подойти. Тоже вроде рогатый.
кажется, нас спалили. Забыл я свою двустволку. Кого пересмотрит, называет. Вот он трофей, на которого мы будем нынче охотиться. Вот он. Четыре отросточка. Маленечко несимметричный. Но ничего страшного. Все уже сумерки на приближении плохо видно, на удалении вот светлее становится гораздо. Ну ладно, сейчас я их спугну, наверное, чтобы они меня знали. И поеду дальше. Иду сейчас, а ворона-то не вижу. Думаю, уже убежал. А он, оказывается, все-таки есть тут. Вон он стоит. Ждет меня. Ну, в общем, как-то вот так вот. Зверя немного есть. Сейчас еще заеду, сок заберу березовый. Если там пятилитровки уже не размерзлись. Похолодало вообще здорово. У меня руки прямо замерзли, капец как. Замерзли. В общем, косуля есть. До этого я переживал, что рогатых не видно было. Сейчас рогатые появились. На этом поле было 3 рогатых, 2 взрослых козы и 2 сигалетка с одной козой. Ну, то есть того, что я увидел. Да? Ворон. Молодец, дождался. Молодец. Молодец. Ну все, ладно, поскачем мы, а то уже, ну-ка не кусайся, луна, полнолуние, ворон, вот засранец, эй, не настраивается, слепит, нет, настраиваться, в общем, там где-то тоже, наверное, жизнь. Вот такая вот красивая луна. На самом-то деле светлее все, да, ворон? Нет? Ну, ладно, всем пока. До новых видео. Погнали мы. Давай, прощайся. Прощайся давай.
Кивай головой. Нет, ворон, в общем, да, не до прощания, он кушать хочет. Все, пока. Вот так вот этот ворон нагрелся у меня. Да, красавец. Или на улице так холодно, или мы-то гнали быстро. Дымит. Вот, короче, сок. Замерз. Замерз вообще. Да. О, включил вспышку. Сплошной лед. Сплошной лед. Да, ворон? Ладно, буду пробовать собираться, а то темно уже становится. Как-то надо нам еще все это дело сделать и поехать. Ну, вот так вот.